Пошли на Вальку. Посмотрим Вальку. Гадхелп хилил Вальку. Ну да, на X3 последний раз. Через Лока хилить. Доспех менял. ДЦшник же не ходит, да, в портал, по-моему. Я уже поменял. На десятке одного холипала достаточно. Мы блядский трэш, но мы живем нахуй. Да, мы уже пол инста. Мы по сути сейчас валитрию захиливаем, нам три босса останется убить основных и главного, и все нахуй. Че, десятка прям вообще такая легкая? Она легкая, пизда. Да, вообще, блядь, да хули легкая. Сейчас мы на квартальных пойдем и посмотрим, что там будет легкая, что не легкая. Мобов разъебываем. Сейчас все увидим. Пока это не показатель будет легкости. Как люди будут отыгрывать. Да, тут сейчас вот эти три босса покажут, насколько она легкая, нахуй. Да, чисто проверочка. Сводим трэша, уешим, и миллиардская охотница в приоритете, через нее бьем. Я уешим просто всю эту хуйню. Джанк, отверни его. Вообще, берите себе эту привычку. Она отвернута. Все отворачивает. Там нормально. Все отворачивает. Она отвернута. Она только иногда дает вот этот волнистую такую хуйню. Ебать, 20 стаков, заберите нахуй. Мне кажется, сейчас что убьем. 30 тысяч единиц урона раз в секунду. Охуенно, блядь, дебаф. Так, ну кого-то да. Там в первую очередь надо убить, я ж не помню нахуй. Ну вот этих пидоров надо разъебать, короче. Давайте, все по звезде фулл ДПС. А они все, причем бегают, смотрю, это здесь. Ну и похуй. Звезду, а потом кружок. Он на кого-то банк. Да ханты вообще у них не дамажат, да? У кого? Ну, у врагов. Все, кружок, через кружок теперь. Джанки хуёво, ну. Да, друида нету, жалко нахуй теперь. Вообще печальнее. Ну хули, мы-то скиллованные, типа, и там не выпадемся. Нам нужна по-любому лапа, потому что она лапа даёт сопроты. Лапа у меня есть, допустим, барабаны. Лапа есть, это хорошо. Лапа у всех тут, блядь, у меня тоже еще есть. Вообще, я думаю, обычка синдрая без сопротов пройдется нахуй. Ну, вот я имею в виду, в смысле, просто лапаса, просто ёпан. Лишен не будет. Ну так-то да. Ну есть там, с профу у кого-то. С этой, с хуйни вышли, быстрее, быстрее, щитуют. Вышли, вышли, милики. Вышли быстрее, бета-тестер, не сдохни. Ну захиливаем их, хэпалка стоит. Что-то у тебя маны мало. Стоп, сейчас не агрим дальше. Если бой пропадет, не, не пропал. Клятву нажимай. Да я прожму сейчас до мобов добегу. А он сейчас отрегенит нахуй чуть. Регейн как-то сейчас на мобах или как нахуй? Да, отрегенит, отрегенит. Здорово. Здорово. Хорошенько агрон набираем. Сейчас смотрите, маны у тебя мало, пизда просто. Давай, регейн как-то там, блядь, через моба какого-то бей. Потихоньку светом вес. Уешим этих петухов. На хп даю гим. Охотников залить нахуй. Слайм. А? Охотников надо залить. Охотник. Давай. Он они же ебашут, а у еще полководец, блять. Да их уже все забил. Полководец еще, смотри, вихрь кастует, блядь. Опа, 4 тела дома получают. Еще бьем два полководца. Они крутят вихрь, от них можно отбегать, милики. Если что, там попробуйте, будет заебись. Лишний дамаг надо. Сначала одного бьем, потом второго. Вот, это другое дело. Все, и дальше бьем. Там отбегать ненадолго надо, и сразу подбегать уже. Вот отбегаем, подбегаем. Два тела получили дамаг. Вот отбегаем, подбегаем. Это тестеру похуй. Вообще похуй. Вообще похуй, говорю. Сейчас вот эту курву надо будет бить. На нее максимальный ДПС даем, прожимки все бурсты, блядь. Ну там все рассчитано надо сбить будет, да? Да.
будет кидаться копье в человека. Нужно будет подойти, нажать правой кнопкой мыши на это копье, оно появится в сумке, открыть сумку, нажать на вальку левой кнопкой мыши, нажать на копье в сумке правой кнопкой мыши, и тогда копье прилетит в вальку, собьет щит, и тогда можно ее дальше бить. Пока что ДПС вроде по ней не проходит, а? О, сзади челики, ловите кто-то там с танка. Так, скоро кинется копье. Пока что бейте этих челиков от атакой. Смотрим, кого кинется копье сейчас. Заебало, кидай копье, тварь. Мне кто-то застанет. Меня. Так, кинулось копье, вот, лутай, кидай. Все, все вальку повернулись, бьем у ДПС. Бурсты, всю хуйню отдаем. Р нажать даже? Нет. Это на это, когда Готхелп попросит. Копье. Кто там взял, блять? Взяли? Все, дальше бьем бальку. Блять, стан, да. Может еще одну успеет кинуть. Я только не помню, на скольких стаках она там. Два или три равно. Еще копье. Копье, копье, блядь. Готов. А? Копье. Нету у меня копья. Все, там вот он уже. О, за, тут, кстати, 150 ОД. Это весь босс? Это не босс. А, не босс? Это моб обычно. А. Ладно. Найдем иногда вайп. Не подходите дальше, стойте тут вот на кружке, на полукружке этом. Значит, это будет трэш выходить, будем трэш бить. Тут все легко, нам только трэш бить. God help хилит, блять, он знает. Два танка танчит, все заебись. Я не помню, 30 стаков или сколько, не помнишь, надо набрать. Ты сам увидишь там, блять. Ты без геры, без всей этой хуйни. Просто не парься, блять. Заходишь в портал, ловишь штучки, блять, и все, и выходишь, хилишь. Ну, ладно, разберемся. Джанк. Ты, короче, справа танчишь, вон, видишь, так скажем, вот ворота вот эти, сетка. Я слева. Чмогу просто держишь, и все, их убивают. Галя, готова? У меня что-то все зависли. Так, все готовы, все написано. У меня, стой, никто, я не готов, у меня все зависли. Давай, а кто ты? Сейчас выкинет. Танк, похвала. Меня выкинуло. Ждем. Меня тоже выкинуло. Ждем танка. Сейчас ждем, когда вы зайдете и начнем. Лучшие выбросы эти, блять. Выбросы, как в сталкере. После этого босса пойдем. Пойдем на профа, я думаю. Потом на лану. Так, бочелика пока выкидываются. Так, пахлаван зашел. Надо будет лапу ребафнуть. 2 минуты осталось. Так, Джанки зашел. Давай лапу ребафы. У меня, кстати, вообще не было. Проверка на пул. Он в посох падает, да? Да хорошая тут хуйня вся падает, заебись. Это Галя? Ну, посох, да, хороший. Шнурки, шнурки. Все готовы, танки вперед, ебашим от этих четырех пидоров. Просто разъебываем. Четвертого, грипп. У ДПС. Разъебываем. Вот эти подавители, РДД и милики, это приоритет. Это мобы первой важности. После них идут маги, подавители убиваем быстрее. Они уменьшают отхил по вальке и убьют. После магов... Вот это... Червей разъебываем. После магов идет толстый, и потом уже эти... Чумные, блядь, зомби. Захиливаем этого. Болезнь там хуярит, Джанки, блядь. Диспелить болезнь можно, если что. Чего у него так? Берегитесь. ДЦшник, тут поиграть придется прям хорошенько. Если не справляешься, говори сразу, типа. Вот мага разъебываю. Вот этого мага милики, блядь. Вообще все милики магов.
прилетите, старайтесь. Заебали поганище. Ну, подавители вышли с двух сторон. По два, блядь. Разъебал. Вон скелет огненный вышел. С РДД быстренько пошли, убили его. Джанки тоже там тыкают, захват руль там всякую. Эту жми зеленку, там жми, когда толстый на тебя кидает болезнь. Ты можешь будем без бесконечных хиль в вальку, а то репу дают. Да, пока не кочевал. За эту хуйню репу дают? Да. Блять, все. Не, бесконечно мы не сможем, у нее. Только есть... не за всех мобов, по-моему, только за толстых. У нее есть Enrage. Enrage — это когда выходит много мобов, мы просто сдохнем. Чего? Нет, он не должен. Есть, конечно. Эти люди. Подаются за разъебы. Вот какой быстрый разъеб. Все нормально, господин. Взрывается. Главное, чтобы да, ты... все нормально. Главное, чтобы стаки не пройдем. Подавителя быстрее, ну че он стоит? Все, мага. Червей, блять, ауешим. Смотри, под толстого, когда бьет толстый вышел, да? Ты на него готовь лужу в конце, когда вот он вздыхает, и тогда лужу, чтобы вот эти пидоры не располагались. Разгром. Так, братель, там толстый выйдет следующий, на него собаку свою отправь, чтобы все ману порегенить. Я здесь, смотри, там... У меня даже стрела хауса не долетает, там вары разъебывают просто нахуй. Неинтересно. А что, сколько репы на шмотку нужно? Ну, на кольцо, точнее. У меня уже первое можно взять. Ну, сколько? Парни, на самом деле, убивать мобов, это не так профитно, как боссов, но... Конечно, вот. Нахуй, я не знаю, нахуй они формят, блядь. Войт же умный, нахуй, нормальных пацанов вводит 50 на боссов, блядь. Я ебал просто бомбить, стоять мобов. Если хотели репу покачать, надо было и на кораблях качать, там нормально, кстати, дают. Че, подрезал ты собакой Манусе? Сколько? Нет, у Вальки хп, посмотрите. Ну смотри там. 84. Все, ну, сейчас ты походу захилишь. Геру, да. Давай. Давай, давай. На. Интересно, до последней фазы проф откатится Гера? Воу, блядь. Конечно, откатится. Будем надеяться. Так, что-то за хил хуёво идёт, чё-то, чё за хуйня, чё случилось? 10 стаков. А чё ты через лока хилишь? Ну, да. Не могу помочь. А я ещё похилю. А там, наверное, частица спала уже, нахуй. У него стаков, по-моему, а подожди, где он? А потом пошёл за стаков. Дэдхал, ты частицу, что ли, не обновил? Нет, обновил. Вышел, когда обновил. Подавитель. Я не вижу на ней частицы. Чё-то ты 3% захилил под Герой, хуй так это получилось. Полное. Ну я ещё раз забежал, чтобы тебе поебаться. Правильно, правильно. Что-то неудачно получилось, короче. Давай, давай, не проеби танка. Что-то получилось хуета какая-то. Вот, 97. О, ебать, ну... Ебать. Ну просто ну, по 10%. Можешь, может, частицу мне скликнул. Что-то не то было, ну. Ты вообще ее не поднимал. О, о. Хорошая пуха. О, крит, о, крит мастерство. Пуху я хочу. Поменяй на топор. Гадхелп, да? Ну забирай. Подожди, Гадхелп, давай с тобой паролим. Там вы разберетесь. Там. Давай. Рольте, рольте. А, дух крит. На профа тоже. Пойдем. Да, профа. Профа, бежим. Блять, ну я не буду ролить нее. А Васю там, тебе тоже на успех. Ну вы смотрите, это. Ну ты выиграл, молодец. Я не буду, говорит, ролить, блядь. Да ты свой ролл видал. Короче, БЦ-тестер это тебе на хила, нахуй. Где ты, блядь? Это на распыл, нахуй. Хотя давай я распылю, похуй. Хорошо. Нет, ну если надо, я тебе отдам. Да не особо, просто у ретрика, в принципе, с мастерством вроде проблем. Вон, джанки дайте на мастерство, может ему пригодится это, кап мастерство. Да, вот мне кажется, джанки даже лучше, чем его. Ну давай, лучше танку, да, с мастерством. А РПшную ему можно? А вот которая с критом... На РКБ топор тебе надо?
Да, он просит, он пишет. А да. Топор, ну, обмен Саш, я тебе. Она и на анхолика ДД, и на БДК хороша. Подожди, мне на РПБ есть. А, топор, так я тебе отдам, давай, обмен. Че, жалко. Пошли на профа. Значит, в кукле кто? Пахлаван, да? Ты шаришь. Да. Значит, джанки. Ну там не. Джанки там все изи, там просто профа вводишь. Просто, блять, ЛПшки у него жмешь и все, нахуй, все заебись будет. Изи босс, фастом сносно. Я вот знаю, как будет с энергией, без эрдру. Че тут вообще? Похую вообще. Вот. Да? Не парься. Ты че, это не. Ну, в принципе, это не хм, поэтому крайне. Мне не надо плевать. Это, да. Это не хм. Ты же со мной миллион раз ходил. Ты понимаешь, что даже без энергии, без всяких ебаных эрдру, все там хорошо. Просто. Нет, я понимаю. Ну, типа, растягиваешь окей, лужу окей. Просто. Ну тут это тебе понятно. Тут это не пригодится, тебе тут все будет охуенно. Просто хэмп, если слишком много ДПСа, то ты не успеваешь два раза плюнуть. Так, ну, давайте. На два этого плевка, например. Обновим в памяти. Переходки, значит, на скольки? 80 и 37 или сколько, нахуй, я забыл. Приходки. Или 40, нахуй, что-то я не помню, блядь. Идите крутаните. Да, вентили надо крутануть, вентили. Я направо пойду. Не, справа крутануть. Крутанули? Вон, жижа полилась. А, ну все, да, точно. Так, что, джипс оставлю на всякий случай, давай. Ставь джипс, чинитесь, берите реги. Так. Ваши новости, народ. Лично. Новые новости, народ. Мне пришли давать пизды. Какие-то бичи. 6к ДПС. Что там? Поднимаемся в звездочку, хули стали. Галина, поехали. Просто захиливаемся. Просто ешь. Жуков этих ебашки. Правильно, топором его, блядь. Буква хорошая. Вообще хорошая. Не закрывается. Ну, вар понимает, что он умрет сейчас. Ты знаешь, он не шарит. Ну, умрет, песня. Мы как евреи в 43-м, когда за веками. Ганс, поддай газу. Нормально был ешка там выпала пацанам. Ну, вар, пока. По-моему, это говнище, блядь. Когда есть шея с этой стороны. Блядь, ивент что-то долго. Это же, блядь, китайский завтрак нахуй выбегает. Ротканы какие-то. Так, Жукова добиваем, сейчас реснем. Вара. А, он бежит уже. Пошли. Давайте самолет его. Да, давай. Оо. Тут что-то примерно помню, что делать. Короче, блядь. Есть зеленый слизень. Есть красный слизень. И есть стол. Стол надо? Нет. Так, да. Есть. Стол есть. Профа ХП пиздец 12 за 2 ляма. Что это за говно, блядь? Ну, можно сейчас сломать нахуй закрытыми глазами, на. Сейчас посмотрим. Значит, пахлаван в кукле, джанки просто ЛПшками босса бьешь, блядь. Все хуярим босса. Когда говорю бежать под стол, бежим в звезду. Звезду, значит, звезду. Все. Зеленый слизень выбирает челика в цель, он не может двигаться и бежит к нему. Когда вообще появляются любые слизни, зеленые, красные, мы просто все бросаем и ДПСим в этих слизней. Каждый слизень должен быть замедлен, ну ты знаешь, что духу. На кого кидается метка слизня, должен убегать нахуй по кругу от него. Да, это красный, если за вами выбрал вас лучом, это дамажит красный. Его надо, а зеленый, вы должны в кучу сбегаться. А в зеленого сбегаться. Ну, мы мелики же сбегаемся, когда он появляется. Никола, апни ману, пожалуйста, себе чуть-чуть, ты это. Бетхелл, маны. Так, я бы, ну ладно. Подожди, в зеленого мы мелики сбегаемся, а то я один забегу, блядь, и... Все сбегаются, кроме хилов. В зеленого, в цель зеленого.
Где вы находитесь? Зеленый наносит, а смотрите. Урон, который потерял. Не, я имею в виду, когда он появляется. А тут ты сказал, ты. Нет, будем у стола стоять. Будем бить профа. Под столом бить профа. Зеленый выберет цель под столом, блядь. Короче, вот так будет, блядь. Все, Godhelp резнулся. Давай еще немножко. Да я от босса на трегене быстрее, чем я отбиваю. Джанки, босса держишь везде. Когда он кидает по себе зеленую лужу, отводишь, соответственно, я их выпиваю. Короче, Джанки и Пахлаван, идите уже возле босса, встаньте. И от Колб тоже. Милики тоже идите там, встаньте, чтобы сразу начать пить. Ближе еще вставай. Ближе. А всем надо встать вначале, чтобы он лужу кинул сюда. Да. А потом уже по тактике. Так, первый вроде зеленый появляется. Ну, будешь отводить по стеночке, это самое, в левую сторону, где вот в сторону крест, потому что первый зеленый появляется, если лужа появится. Все, на счет 3 будем пулять. 1, 2, 3, и башим. Full DPS. А у меня в Абэме не сидел, да. О, у меня Абэма слетел, пацаны. Она увы. Что за хуйня? Тотем очищения убери. С лужи выходи, пей быстрее, блядь, мы выпанемся сейчас. Ну все, нахуй, в лужу заходите. Да чё, лужу? Он на престе СС. Заходите, нахуй. Заходите. А, ёба, народ, вы шо, блядь? В лужу заходи, стоп хил, нахуй. ДЦ сдох в лужу, блядь. Был СС, да, на ДЦшнике сейчас? Да. Сейчас, когда все сдохнем, встанешь на СС. Я хилить. Ёбаный рот, нахуй, чё это было? Диспел? Смотрите, что это было, диспел? Не знаю, походу меня сдиспелил, кукус меня, да. Я в России у них не вижу, кто это диспелил. Жаль, тотем, блядь. Бета-тестер, у тебя был тотем ощущения сейчас? Да. Убирай его, нахуй. Я уже убрал. Бля, я еще не никаких могу тотемов ощущения. Лужи пить, хотя я в Бэйме нахожусь, и босс меня пить не может. Я завис, все, понятно. Пиздец, нахуй. Я вылетел. Ну заходи пока. Сейчас тебя брок потопиздит. Ёбаный рот, нахуй. Барак Абэма, ой, что? Все, бета-тестер, на всю житуху запомни. Никаких тотемов очищения на профиль, блин. Вставай камнем, бесы. Бесы готхелпа, не надо. У нас гильдии нету случайные. Хуй знает. Давайте ресните, блядь. Нет, лог ареснить, блядь. Где он там бежит? Или лог бежит уже? Там лог? Только вдвоем одного не ресните, блядь. Так. Так, а чё, куда бежать? Тебя кто спрашивает? Мак. Ну, ты куда-то портанулся? Ну, ТП ну, куда-то. Шкаф стоит, заманить его на лой, и все. Ты там портуйся, смотри, разведывай. Ну, что это? Жрём, пьём. Чё, все сошли, да? Рыбу поставлю вам. Ну, давайте рыбу. Это топовая рыба, нихуя себе. Что ты ставишь шкаф? Я что-то не вижу. Или пускай бегут. Что, не сумеешь, что ли? Джанки, get help. Давай сумеем. Столовка. Ага. Шкафы? Чё ты? Шкаф надо? Ага. Сейчас. Тыкать. Еще раз тыкну. Или будешь чем стоит? Так, ну сейчас, надеюсь, такой поебений не будет. Насчет лужи, нахуй. Лужи не ебланим не стоим, нахуй. Их две штуки летит. Не ебланим, блядь. Хилам не усложняем. Тут и так периодически дамаг весь бой идет. Да чё, почему вы РДД в начале в мире зоны стоите? Вы же не прохиливаете.
Давайте РДД в РДД в РДД зоне стоят. Когда слизень зеленый появляется, отбегаем к столу или к противоположной стене. Звездочка сейчас, вот в районе, где звездочка стоит, там и тусуемся. Ну творожок знает, нахуй, капитан нефть, смотри за звездочкой, блядь, и все. Не знаю, под меня лужу кинули, лапа. Я не сдох. А, лапа есть. Лапа, а перекинь к какому-нибудь эридару во вторую пати, это у нас все эридары. А первые. Кто эридар, нахуй? Кто у там? Нас три эридара, блин. А кто эридар из них? Я шаман, рога, джанки. Так, вместо кого ебануть-то, блядь. Ну давай вот так. Так, заебись. Может, баф давать пацанам? Все, проверка на пол. Тотем учения убери, блядь. Да все, убрал, не будет. Все. На счет три пьешь, и потом уже только все остальное. Раз, два, три. Все, фул ДПС по этому пидору. Лужи вышли. Выводи босс. РДД в звезду. РДД. Ну, стойте пока там. Ждем слизня, скоро будет. Вот слизень, РДД в звезду, блять. РДД, перебежали на противоположную сторону. Либо к столу, либо к звезду. Быстрее, быстрее. Так, плевок в этого, в слизня. Готовимся. Выбрали все зеленого. Все зеленого пошли бить. Милики, РДД все. Захил не вижу, блядь. Быстрее захил. Цель слитней, захиливаем. ДПСа больше в слизня, нахуй. Сейчас откидываем. Вы слишком быстро переводите. Нормально, это самое. Сейчас давай. Слизня все бьем сейчас. Пусть сейв сдают. От слизня отходим, когда он цель новую выбирает. Все, добили. Пельмени. Отведи подальше, что-то под мной. Под профом будут колбы такие оранжевые появляться. В них, вот они появились, милики, в них вы теряете меткость 0%. И дамаг еще получаете, мистер Бонд, заебись, да? Сука, дальше отводи, джанки. Дальше отводи метров на 20, нахуй. Еще, блядь, вайп, нахуй. Не пей лужу, в лужу заходим. Джанки, значит, вот эти красные колбы, когда появляются, уводишь профа на 50 километров, нахуй. В них нельзя стоять, нахуй. Они каждую секунду дамажат, блядь. Каждые 5 секунд дамажат по сколько там, по 10к, нахуй. Да беги на него беги. Помимо того, если вы получите дамаг от этой красной хуйни, двух банок оранжевых, вы теряете меткость, вы начинаете мазать, ваш ДПС становится 0, нахуй. Ну чё, заебись, изи целка, нахуй. Да, блядь, просто первое... люди тактику хуйню, да, делают. Первое, ты... блядь. Первое, 3 милика, 3 милика. Вне зависимости от того, отвел танк босса или нет, вы отходите от красной хуеты на 20 метров, нахуй. Касается тестера, шнурки и рогу. Если вы будете ловить дебаф от колбы... Да нахуй, это понятно, просто у тебя там стоит желтая метка, блядь, я подумал, что он ее уже поставил, блядь. Сейчас вы увидели все? Все 3 милика, вы увидели оранжевую хуйню, которую ставил проф? Две, да, банки возле своего. Я тебе говорю, у тебя вот эта вот звездочка, которая стоит, она смущает. Да забей смущает мне звездочку, нахуй. Блять, я подумал, что это уже колба стоит. Нет, нет, забей, я убрал звездочку, сейчас будете еще смотреть лучше. Все, бежим пока что. Первое, 3 милика, еще раз повторяю. Как только началась вторая фаза после вот этого дыма, блять, держимся от босса на максимальном рейнже. Отвел танк или не отвел, вне зависимости от того, ДПС это не ДПС, вы сначала убегаете от босса, это первое. Вы не должны терять меткость, у вас будет 0 меткости, нахуй. Меткость снижается на 100%. Потом, джанки, увидел эту хуйню, ты тоже ее не должен ловить, это во-первых. Во-вторых, отводишь босса так далеко, чтобы они, милики, могли бить босса, и до колбы, до этой, был рейндж метров 20, нахуй. Потому что в радиусе 15 метров они ауешат эти колбы. Они 3 тика АОЕ дают и потом взрываются. На последнем тике, на третьем, они откидывают. Вот. Помимо этого летит пельмень, блядь. Зеленая хуета такая. Ее РДД не должны ловить. Ни РДД, ни хил, ни один не должен ее поймать. Если вы ее ловите, блядь, вы... Ваша скорость каста увеличивается, нахуй. Вы кастуете вместо секунды 5 секунд, нахуй. Чтобы вы понимали, нахуй. Если эту хуйню словите, мы вайпанемся, блядь. Это вторая фаза, блядь. Все, милики поняли, танк понял. Это вторая фаза. Слайк, я одно не понимаю, почему ты с правой стороны босса держишь? Ну, с левой, вернее. Ну, что-то новое для меня, типа.
Какая разница, с какой вы держите? Хоть справа, хоть слева, вообще. Обычно в трусах его держали. Когда профа держат с правой стороны, соответственно, чувак, который, ну, милики, могут сразу кливать зеленую хуйню, типа. Ты имеешь в виду под сразу под зеленым? Да, да. Можно. Они могут его разъебывать через него профа. Давай так и сделаем. Главное, чтобы все милики подбежали, когда он появляется. Давай так и сделаем. Смотрите, милики и танк джанки. Пуляем босса и ведешь потихоньку его вот сюда, в треугольник, нахуй. И фулл ДПС. Не сразу. Сначала пусть лужи постелит. После лужи, конечно. Потихоньку, типа, спиной будешь идти. Это самое. Когда появится зеленый слизень, все переключаемся в него. Все 6 ДПСеров. Через него играем. И стоять будем все везде. Будем отлетать в сторону стола. Встаньте звезду, отлетите в сторону стола. Когда слизень взорвется, откинет, еще дальше там будем в стороне стола стоять. И когда он выберет цель, уже милики пойдут добивать, и РДД уже зеленого добьют. Милики, когда зеленый будет идти к РДД, бейте в лицо, чтобы отлететь вместе с миликом. Ой, вместе с РДД. Они назад. Столов. Ау, я подбегаю. Просто милики звезду станут. Я стану так, чтобы миликам было удобно. Ну, насчет второй фазы. Короче, блядь, зеленого убиваем, переводим. Это уже понятно. Кстати, на скольки был? На 80, да? На 80 перевод. Все, жрите рыбу. Даю фулбаф. Ману лесом. Насчет вот этой хуйни на второй фазе. Оно и на второй, и на третьей будет. Оранжевая хуйня. Три милика. И танк вас касается. Особое внимание. РДД хилы. Зеленая параша будет летать, нахуй. Если словите, вы сразу поймете, блядь, что это будет чревато вайпом. Все, встали по местам. Даю проверку. Я Леху призову. Ой. Васю. Петю. Ох. Готов? Все, на счет 3. Все, готов. На счет 3 пьем, пуляем. Раз, два, три. Все, full DPS. Веди профа к зеленой хуйне. Веди сейчас. Сейчас лужа будет. Веди. В РДД лужа все. Веди профа с миликами вместе. Бегите туда. Вот, отлично. Вот, все, здесь стоим. Смотрим внимательно. Слизень, как только появится, сразу начинает ДПС. Надо по боссу стопать. Все, фулл ДПС по этому. В звезду все стоим. Отбегаем, когда он выбирает цель, отбегаем. Блять, ты, кстати, этот самый, сбегаемся в черепок. Боб по нему дайте и все. Все, добиваемся, не знаю. Три лужи быстрее давай. Служим. Сбегаемся в черепок. Блин, так появились, куда ты торопишься. Надо переводить. Переводите процент. Просто бейте. В красного примешь. После стана все играют этот. Красный будет выбирать челика в цель одного, его надо будет захиливать. Дамаг будет большой по цели. Плевок в красного сейчас, постарайся быстрее дать. Каст ему замедляй стволов, вот. Не успел, да? Если я глыбу дам, он переагрит. Фулл ДПС по красному, нахуй. Кроме шнурков. Галя, беги от него. Фулл ДПС быстрее. Мисс Бонда захиливать. По лужам не стоим, блять. Все, добили. С бомбу оранжевую увидели все, блядь. Милики. Вот, отвел, отлично, все. Следующий будет зеленый слизь. Так, разворачивай обратно. Обратно сейчас пойдешь в треугольник. Лужа. Одна в РДД, одна в миле. Треугольник пока двигай. Пока на середине. Здесь пока постой. Появится слизень, потом подведешь. Еще колбы могут. Колбы 5 секунд. Химические вот эти оранжевые. Ждем колб. Как колбы появятся, поведешь в треугольник. И по слизню посерьезней дамаг. И из столов какие-нибудь замедления коста на слизня, чтобы дольше выбирал. И все, встали. А может кому? Зано замедляет. Встали, слизня фулл ДПС, быстро. Фулл ходки. Захиливаем быстрее. Пока выбирает цель, дальше отбегаем. Не бежать на слизня, нахуй. Когда он выбирает цель, отбегаем от него сначала. Гимн на ХП даю, блядь. Бомжи, блядь. Он просилился.
Пока что бьем. Пока что пробуем. Пока что пробуем так. Бля, скоро купол. Сейчас красный будет. Вот пельмень, видишь, летит? Словил ты, нет? Что не могу понять. Капитан, ты словил? Да РДД нет. Красного будет. Цель красного захиливаем, захиливаем ДЦ. Пей лужу. Все, красного убили. Пропа дальше. Следующий зеленый. То же самое повторяем. Пол бы 8 секунд. На полпути к зеленому иди. К треугольничку. К зеленому бегом все. Бегом к зеленому все. Фул ДПС зеленого готовим. Зеленый уже милики, нахуй. Ваш ДПС нужен зеленого. Сейчас мурбонда нету. Мы можем вопнуться. Черепок, сбегаемся. Отхиливаем на фул быстрее. ДПС больше в слизней, нахуй. Тут слизней надо играть. Черепок захил. Подхильте Обаму, у нас 100 тысяч осталось. Обаму подхиль, холи пал. Профаблю. Пиздец вообще. Давайте посильнее хилы играйте, пожестче. Если не справляетесь, скажите войд книги похилить. Переход, по-моему, на 38. Да, на 35. 35? А, ну все. Да. Все, это. Красного весь рейд, все ДПСим, кроме того, кого выберет цель. Беги от него. Все, лужи пей. Пельмень летит. Пельмень не ловим. Кто ловит пельмень, тот пидор. Зеленую хуйню у себя в дебафах, если увидите, то вы пидор. Не уводи больше так далеко, РДД не могут дамажить. Все, фул ДПС по профу, 2% надо успеть. Максимальный ДПС при прожимке, все, не жалеем, отдаем. 1%. Надо, чтобы, блять, эксперимент секунду нахуй. Не успеет. Все, без лужи, без дней. Все нормально. Так, Джанг, сейчас я его заберу на себя. И ты перетаунтишь, когда на мне будет 4 стака. Ну ты скажешь. Да. И будем также вести, чтобы на колбы милики не наступили. Геру ебашьте. Геру на фул. А, не, да. Вот, давайте вот так против часов пойдем. Припоты пьем, всю хуйню. То же самое, сейчас пельмень будет вылетать с него. И желтая. Да. Желтая хуйня, милики, готовимся, под ногами смотрим внимательно. Желтая параша появится, она метка снижает на ноль. Пельмень побежали, РДД. Сейчас появится. Вот, лужа и зеленый, и желтая хуйня, вон она появилась. Все, дальше отвели и бьем. Все, сейчас лужу уже никому пить, просто добиваем. Бурбот почилил, блядь. Это манекен ебаный, кстати. Ну манекен не манекен, нахуй, ну надо же делать все, ну нормально все. Все, забирай. Забирай. Поверни жопой ко всем и отводи потихонечку. Я от пельменя зашли. Только не спиной, а что-то спиной к нему бежу. Стой. Химическая моба через 5 секунд. Готовьтесь это выбегать, милики. Милики, все, отойдите от жопы, все, уводи потихоньку. Потихоньку. Вот, все, они появились, бомба отвел. Лужа тоже. 300 кари, все, можешь останавливать. Все нормально, сейчас на лану пойдем. Ну там стало успелось, Прога, что скажешь с оправдания? Ну, блядь, он лужа. Так он меня выбрал в цель, блядь, зеленый. И да лужа, там блядь. Цель была и лужа в это место. Что ему сделать? Маленько. Все, тихо, это самое, кинжал надо кому-то. Блядь, где орган, нахуй, ёпта. Короче, мурбонду кидал. У меня. Так, а это у нас что? Это у нас выпало на крит МП5, нахуй. Параша ебаная. Три дырки. Короче, God Help тебе закину. Где ты там? Твои шмотки годные на самом деле падают. Ну да, такие ладно. Неплохие, но. Ну в 10 гер получше, 24. Да, там, 25 блядь, обычки это мусор, блядь. На лану идем. Да, на лану. Это не мусор, знаешь, когда у тебя 230-е, какие-то 232-е, 245-е шмотки. Есть некоторые хорошие здесь. Ну тут что, на весь. По сути, нам тут что надо? Нам тут надо этот самый, ну, опыт для тех, кто не умеет играть, типа там целка не видел ни разу. Нужно проходку лича для 10 гир, когда целка вы, там нужен будет 10 обычки лич убитый. Вот. Ну и по сути, что тут две триньки на весь инс череп, блять, следи и труба с кораблей, блять, и все. Больше тут нихуя не падает. Потом еще будешь собирать? Да, у меня 5 персов, я буду еще собирать. Давай, вот, у меня там сова, если в чем, мак еще. Думаю, завтра. Ну, это зависит, видишь, сегодня сколько мы закроем. То у нас. Отпишешь мне, если в чем, Дис.
Да, блять, у меня там DC где-то. Ну, чуть-чуть. А ты когда будешь собирать? Ну, постараюсь, видишь, зависит. Вот на этой неделе у меня сутки только воскресенье. То есть у меня 6 дней, считай, вот этого КД свободные. На следующей неделе у меня будет четверг и понедельник заняты, то есть я буду на сутках. Но я буду писать там, то есть вот в Гринхилл, в эту гильдию, там в Подмыхах, то вроде никто не пошел. Вот столовка, если что, будет гонять. Я тебе в личку написал, чтобы это там вверху ага, появится. Ага. По тактику сыграем. Ну, будем гонять. Твинки там, не твинки. Главное требование, чтобы вы это... Ну, какое-то желание, чтобы было там, не знаю... Чтобы не так, как вот та сова, совсем, чтобы 6к, чтобы не было. Нахуй. Не, не, у меня нормальная сова. Ну, тебя-то я знаю. Просто другим, что это. Тут как бы все изи, до вот этих квартальных боссов начинается вот это все. Не 7, 8 дам. Лана сейчас, ну Лана, в принципе... Лана, что там? Что за хуйня, да? Короче, бежит джанк с пула. ЛПшки кидает. Ты, Пахлаван, знаешь, как словить зеркало, чтобы не было никаких проблем. Ты все да. Это знаешь. Приз на себя, главное, пусть хил кинет на Лане антифир. По укусам назначь, кто кого кусает. По укусам я скажу, блядь. По ходу дела все это. Ну, первый укус будет, так как ДПС больше всего Лока, будет на Локе. Навряд ли Вар с пула больше. Может Вар, да. Но Вар укусит, значит Лока, это по-любому. Вообще, ну, там еще рога нихуёво ебашится. Да, нормально, короче. Мы стопудово проходим, как бы. Вся ну, сейчас да, загрузка там... будет, весь интерес будет на Синдре и Личе. Ну, если мы а Синдру... им проще, видишь, Вару проще будет рогу укусить, потому что он в миле, но... Если мы на Синдре обосрёмся, ребята, блядь. Ну, как бы, допронос думаю, что завтра сделать. Ну, это самое. Там посмотрим, поспрашиваем, кто как... Так что настраиваем. Да чё за хуйня, почему я в оглушении уже 30 секунд стою, блядь? Вот эту хуйню, кстати, можно диспелить. Сейчас я вас подиспелю. Слушай, а на хантов это как на миликов, да, вешается дебаф на Синдре? Да там этот тактик или кто там вешает. На хантов вешает, да. Как на ДД, как на миликов, да? Да. По-моему, да. Там осторожно. Фласка на опыт заканчивается 20 минут. Интересно, сколько репа у меня уже? 6 тысяч это сколько? Это дружелюбие, а потом что, уважение идет после 6 тысяч, да? Кого там первым бить надо, я что-то не помню. Где они, блядь? Похуй, просто бьем, короче. Блядь. Что-то лут забыл поставить. Падало, что-то нет, что-то признал. Эту хуйню старайтесь диспелить. О, нихуя, надо за Аксирус голосануть, там же опыт увеличивается на 50 еще. Нихуя, налог. Диспелите сразу вот эту парашу все. Чтобы потом, блять, всех нас, кто диспелить может, не кинуло в пауков, нахуй бы. Пиздец. А, тут усиление вот это, блядь. Главное, что паука не прилетело, нет. А видишь, когда хапал в пауке стоит, вообще хуёво. Так, лисаем ману, пьем, жрем. Сколько у него там? 18, нормально. Джан, короче, босса я начну бить. У меня на пол, да, мистер Бон, похвала. А ты тупо со мной бежишь просто во мне, грубо говоря. И встаешь со мной рядом, и все. И стоишь ты тогда ему скажи, чтобы на ЛПшке не жал, просто автоатакой, чтобы бил. Да, у меня хватит тогда, с напором. Ну смотрите. Поначалу, да, чтобы не сорвать ничего, просто бежишь во мне, потом встаешь, начинаешь бить. Не в ДД, просто ты в танке, и все. Да. Когда он там агро побольше наберет, 5 стаков для Т4 на копе, я тебе скажу, когда Т4 дать. Нет, Джанки, в ДД тебе спекнуться не получится, потому что да. Зеркало, для зеркала нужен второй танк, оно больно бьет. Проверка. Подходим поближе. Все, значит, на пол, Пахлаван и Джанки побежали. Остальные чилим пока что. Пошли. Кабурсти сразу?
Так, словили там зеркало? Все, начинаем, да. Грустим. Давайте, захил хороший, хорошенько. Работаем, работаем, хилы, работаем. Тут весь бой дамаг был. Сбежались, хуйня, сбежались. Вместе сбежались. Блять, я хуею нахуй. Долго сбегаетесь? С этой хуйней всем с красным. Сейчас давай без капитана побьем пока. Захил посерьезнее делайте. Ебать, ты лужу разлил. Да, печально. Иди бей. Сбегайтесь. Сбегаться надо одновременно и тем, и другим. Все, в лужу заходим. В лужу заходим. Лучики сбегаются. Лужа выносит сорящиеся тени. К стене. Как огонь на Джараксусе. И побежали. Хил с пула посильнее давайте. Это не игра, просто пошли они нахуй. Где это было, блядь? Это не игра просто. Когда вайп, это мемность, да, вот эта хуйня? Лайк, я фильм смотрел. Ничего. Какой, какой фильм, блядь? А Супермен и Лоис, нахуй. Ебать, что интересно? Ну ничего так. Не супер, но это. В принципе, две способности босса — это вот эти лучи, два челика. Сбегаться надо и тому, и другому, на ком луч, нахуй. И пока вы сбегаетесь, блядь, всех вокруг вас, 8 метров, дамажит, нахуй. Эту хуйню сложно прохиливать, учитывая, что весь бой идет дамаг от тьмы периодически, блядь. Эту хуйню сложно прохилить, поэтому, блядь, сбегаться надо быстро, блядь. И тем, и другим, блядь, на ком, на одном конце, на другом конце этих лучей, блядь. Это первое, блядь. Хилы из пула посильнее хилим. Участились. Если в миликах, то подвигайтесь немножко. На ком с ним сейчас больше урона было? Полученный урон у шнурка дохуячит, у пахлавана. Ну, на пахлаване частица это стопудово, на пахлаване должна быть. У тебя на пахлаване была? Да, да, да. Все, ну там нормально тогда. Просто всё, я говорю, пока я бегаю, я не мог, то лужа тут была, то это перебежка. Насчет лужи. Капитан нефть, блять. Когда на тебя кинет сорящиеся тени, нажмешь глыбу сразу. Либо можешь не нажать, просто выноси, и когда будешь выносить, на него щиток, ну и захил, обновление, исповедь, всю хуйню, короче, и свет небес должен залетать, на всех, кто выносит рящиеся тени. Когда это ты выносишь, еще на себя щит маны кидай. А можешь оставить глыбу на взлетку, когда будет взлетка, и босс будет вихрь кастовать, прожмешь глыбу там, чтобы хилам проще было меньше цели хилить. Вот. Хлопалу поактивнее тут тыкать, чтобы лейт посильнее поднимайте. Ну, ты, если что, мне скажешь, если я не забуду. Хорошо, постараюсь. Я сам тут давно не был, нахуй. Чего вы лежите, блядь? Или вы вылетели? Чего там? Босс еще спулиться может. Рыбу постер. Есть у кого СПДшная фласка? Он кашляет. Да, да, есть. У меня есть. Что-то Godhelp хуй знает. Где ты там лежишь? В смысле, я за рыбу ем. А, у меня забагалось, получается. Звезде обмен, дам СПД фласку. Так. Починитесь, починитесь. Рыбу поели, даю приставал. Это вся хуйня, это до взлетки, это весь босс. Вот эти лучики сбегаться быстрее, хилить посильнее, тени выносить. И это самое, на взлетке, когда я скажу дашь незыбку, и на взлетке еще сильнее хил и рейндж между собой, всем нужно будет накопить. Потому что будут лететь стрелы, если вы будете находиться рядом с челиком, в кого летит стрела, вы получите дамаг, и тот челик получит дамаг, и хилы охуеют, и будет вайп. Лапу, лапу, лапу. Ну эти лапу. Так, Регенин ману сейчас немножко еще. Сейчас соберитесь, сконцентрируйтесь, готовьтесь. Не ждите там, блять, я вам анонс моментально не дам. Пока что я не привык, блять. И смотрите сами за своими дебафами. Все посмотрим, может получится вам сказать. Все, все готовы. На счет 3 танки на пол. Раз, два, три. Пошли.
Джак, ну где ты? Ты должен рядом со мной. Я боюсь этого переходить. Че, он словил зеркало? Все, все, я сказал. Все, ДПС. Сбежались. Быстрее. И тот, и другой бежит друг на друга. Не проебывайте опять. Просиливаем силы. Надеюсь, мне не придется в третьего хила спекаться тут, блядь. Шнурки выбежало. Все хорошо, молодец. Шнурки молодец. И босса дальше. На ком укус, кстати? На шнурках, да? Все вижу. Да, да. Кусаешь, кусаешь. Этого чудо-творожка. Сбежались. Чудо-творожка, нахуй, не мистер. Я справа стою, с чё. Галя, видишь? Ну, надеюсь, она видит все нормально. Короче, Лока кусаешь. Это очень важно, чтобы вы видели все это, блядь. Так, Гадхелп вышел. Давай, ДЦшник, захиливай его. Помогу тебе сейчас немножко. Тем похилю, 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 похилю. Давай, давай. Начинай хилить, готхелп. Выбежал. Сбежались быстрее. Быстрее сбегаемся. Дамаг большой идет, блядь. Давай, сбегаемся. Я не подошел. Так, сейчас. Этот антифир на себя ДЦшник даешь. Сейчас будет тени и будет взлетка. Че там до укуса уже? Укусили. Кого я кусаю потом? Ты кусай. Ну давай, меня укусишь. Где-то? А шнурки, шнурки укусишь капитана, капитана укусишь. Давайте сильнее по захилу, сильнее по захилу. Чё у вас там с маной, блядь? Ранжу набрали. Давай не зыбку, давай не зыбку. Даю гимн на хп. Сильнее захил, сильнее захил. Сейчас кто-то струй свет небес. Гимн отдай на хп, все. Я отдал, я отдал. Все, захилим. Не роняем никого. Так. Ты столовка меня кусаешь, шнурки да. Капитана нефть. Все, ты вместе с тем, да? Сбегаемся, быстрее, быстрее, быстрее сбегаемся. Быстрее захилю. Потейте, пиздец, ведь нельзя ронять никого. Похиль! Танка хиль. Давай, исповедь в танка. Так, тучку. Укусы раздали. Укусы все. Раздали, Галя, не все проеб. Вижу. Капитана не проебать. Ну ебаный рот, нахуй. Сука. Да. Че, тяжело хилы очень? Домашний, понятно. Давайте сбегаемся. Быстрее, ну хули ты стоишь, нахуй. Алло, блять, кто это, нахуй? Вася, нахуй. Сбегаться, сказал, блять, оба бегут друг другу навстречу, нахуй. Шнурки захиливаем, чё за хуйня, сейчас она ляжет. Мана. Пизда. God help. Маны нету, даю гимн на ману. Чё за таунты? Вставай. Вставай, блять, фул ДПС. А что творишь, блядь? Какие таунты? Сбежались. Танка не проебите. Если чё, этот, гимн на ману отдашь. Должны успеть добить их, не знаю. Разъебали быстро, нахуй. Геро, дайте, чё? Сколько ты, кстати, до передачи? Да, не надо. Да, сейчас должны уже добить. Чем Геро, да? Да похуй. Похуй, конечно. На синдер откатится. Ну да, всё, да. Всё, добили, ладно, нормально. Хилы, вы мне скажите, очень тяжко вам сейчас было? Вот сейчас, я не знаю, очень. Мне тяжко, я два раза поманил. Вот. Ну, ну, чтобы вы понимали, блядь, да, тут тяжко. Нормально, нормально. Тяжко, тяжко было. Ну видишь, тут еще, блять, у нас монорега никакого нету. Лок не ресает, никто не ресает. ПШПшник удар разума нахуй. То я, блять, не сильно так отыгрываю. Мне надо не релить, чтобы все отыгрывать по ротации, блять. Ладно, совы нету, ретрика нету. Вот из-за этого помогает. Сейчас интересное начнется, пацаны. Так что не парьтесь. Так, ну кинжал на рогу закину. Сейчас синдра будет. Сейчас в три хила пойдем, это стопудово. Тут вообще бабки не ходи, блядь. Это по-любому, блядь. Голова, крип, хаст. Надо кому-то, может? Бля, мне на файрап такой. Ух, блядь, ух. Такая, иди.
На танчи я пошел. О, Слай, подожди-ка, блядь. Давай пару минут перекур. А, нет. Давайте перекур. 5 минут перекур, все идите курите, потом трэш начнем бить, чтобы все танки были, чтобы все были. Давай, я тоже поссать пока туда и сюда, Вась. Пошли. Я пойду за фрост резистом. Да, резист обязательно. Я за квест алхимика. Это алхимик Адриана стоит. А ты его уже проебал. А что вообще в нем сделать надо? Профессора убить? Нет. Тухлое гнилого, когда убиваешь, там на некоторых вешается дебаф зеленый и красный. Нужно 2 дебафа словить, сдать квест. Все, идите, перекур 5 минут. А куда ты подавать? Куда идти? И улыбайся. Так, я тут.
5, 4, 3, 2, 1. Я полетел за фрост-резистом, короче, а без меня. Меня слышно? Да. Так, ну я парочку шмоток. Думаю, хватит и сокров. Нет, если тебе надо, я могу кольцо скрафтить. Нет, да не, слишком мало будет дефа, так меткости не будет хватать, не надо. Так, раз, два, три, раз, два, три. Капитан тут? Спрыгивай вниз. Проверка на присутствие. ДЦ. ДЦ здесь. Бета-тестер капитана нету. Алло. Да. Алло. Что молчите? Алло. Алло. Я на вы спустились на лифте там вниз? А чё, куда, а куда идти вообще? Где вот Валику били? Туда. Дракона где хилили? Там лифт чуть дальше. Хилили, да. Так. Ну, бета-тестер заебись, заебись. Эти восьмеру дают. А, нормально. А, не залагало. Так, лифт едет. Я. Yeah. Вообще, где все, где вы все, блядь? Охуею. Вы в лифту не спускались? А вот они выставите. Давай шкаф поставим сумма-нибудь. Да, давай. Капитана, пахлавана. Капитан, ты подошел? Не, я что-то не понимаю. Не понимаю, куда идти. Кто не понимает? Вот верхний так. Ярус карту открой. Вот ты сейчас, наверное, на верхнем ярусе. Так, 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 так. Самая правая комната, видишь, зеленый там с черепком. Ну. Вот, и там вот туда и на юг до конца. Там будет лифт. Вот в эту комнату заходишь. Он такой большой, типа, да? Вниз, да, еще опускать? Вроде. Ой, да есть время похавать, пойду. Минут на три. Ну иди. Вот справа зеленая комната по карте. И дальше, ну, в нее заходишь и бежишь до конца. Там будет лифт вниз. Я просто помню, я еще когда на циркуле играл, я не знал, куда идти, просто, короче, за каким-то типом спрыгнул. И прям в этот лифт. И вниз, короче, спрыгнул, упал и умер. У меня пока не сумасшедший, я делаю... шмотки резистент.
А чё, и где тут? Тут нет ничего. Кажется, я не в ту комнату побежал. Так, лох тут. Ты что видишь вокруг себя? Только тьму, нахуй. Это где мы эти, короче, активировали? Ну, жижа здесь зеленая и оранжевая. Какая жижа, блядь? В противоположную сторону. В беги, противоположную блядь. Сторону, да. Через мост, блядь, через центр. В противоположную сторону, блядь, от жижи, блядь. И все, заебись бы. Тебе надо посмотреть на ютубе ЦЛК этот, 11 из 12, нахуй, парагон, блядь. 20 минут там видос идет, там показывает вообще, где, где что находится, блядь. Посмотришь один раз, запомнишь, куда бежать. Ну или, в принципе, сейчас можно побегать, если, когда разойдемся, побегать по ЦЛК там, блядь. Столовка, блядь. А? Хули, давай шкаф. Там челики, блядь, найти не могут, куда идти. Ебанулся. Да я второй раз всё в целом. Ну понятно. Первый, второй. Да надо, надо бежать, куда подсказывает сердце, блядь. Ну тыкайте в эту хуйню, нахуй. Этот фрошмот сделал там? Вообще. Так, слушай, я не знаю, блядь, как тут в одного. Ну давай хули тройнём, нахуй. Давай чек на присутствие, блядь. В одного танка чё, блядь. Бета-тестер, не хавай. Пошли похуй на бета-тестера. Заходим в центр. Кто-то долго дрочить можно, блядь.